Всем привет, ребят, с вами Мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Именно с такого момента я бы хотел бы начать его. Как вы видите, наконец-таки я добил 1000 звезд, которые висели, ну, 994 у меня висели уже как пару-тройку дней. Наконец-таки могу записать полноценный видеоролик с открытием контейнеров и вообще поделиться своими мыслями со всей той движухой, которая на данный период времени у нас происходит в нашей любимой игре. Откроем контейнеры. Получили мы сегодня еще дополнительно ко всему этому с челленджа, вернее, получу я сейчас иммунитет от поджога. Мне только не хватает танкоинов. Мне осталось всего лишь 20 танкоинов. Я сейчас быстренько открываю как раз таки недельные контейнеры, дабы получить это необходимое количество. Потому что я, как вы знаете, ну так, не совсем нормально отношусь к этим всем донатам и прочей ерундой. Я там на 150-очку закинул. Ну и дальше тут уже со всего прочего просто насыпались танкоины. И по сути особо много вкладываться не пришлось. У нас сегодня, друзья, будет 25 контейнеров уже имеется. Дополнительно берем боевой пропуск и получается, наверное, плюс 20-очка. Да, плюс 19 контейнеров. И сегодня откроем 40 вот эти вот 4 контейнера. Будем надеяться на то, что что-то годное дропнет. Я бы, конечно, мог бы открывать эти контейнеры немножечко пораньше, но на тот момент, когда я хотел записывать видос и открывать контейнеры, у меня еще не был пройден челлендж до 45 уровня. Я боялся то, что иммунитет от поджога на хорька я смогу там выбить из контейнеров, но это будет просто эпик фейл. То есть я какое-то, возможно, хорошее бы устройство не смог бы выбить. Поэтому я решил уже пройти как бы этот полноценный челлендж и уже и тогда записать видос. Надеюсь, что вам подобного рода видосы нравятся. Если это так, то обязательно не забывайте прожимать лайки, не забывайте подписываться на канал. Ну и единственный момент, который я бы еще бы хотел вам сказать, это то, что если уже у меня сегодня выпал, вернее, не выпал, я его как бы выполнил, да, иммунитет от поджога на хорек. Если вам интересен будет видеоролик с Хоре Вулканом с иммунитетом, то напишите по этому поводу в комментариях, ну и, соответственно, как бы проявите свою определенную активность. И я думаю, что тоже данный видеоролик мы запишем, потому что... Но для чего еще использовать иммунитет от поджога на хорька? Я считаю, что больше незачем. Будем открывать контейнеры, я думаю, что сегодня по одному. Я буду надеяться на то, что сегодня хотя бы что-то годное мне дропнет, потому что предыдущее открытие мне особо ничем не понравилось. Там никакого такого жесткого дропа не было. Поэтому надеюсь, что хотя бы сегодня мне что-то хорошее упадет. Ну и по стариночке, по дефолтику у вас я также, друзья, спрашиваю в комментариях, что вам вообще падает в последнее время с контейнеров. Падают ли какие-то устройства, возможно, интересные, замечательные на корпуса. Если падают, то какие? Напишите тоже по этому поводу. Мне очень будет интересно услышать ваше мнение и вообще вашу ситуацию, что у вас дропает. Поэтому я сегодня больше балаболить, наверное, не буду. Будем открывать контейнеры. Будем надеяться на хороший дроп. Первый контейнер сразу с фиолетика с 25 косарей. Это очень даже неплохо. Но это, наверное, не то, что я хотел бы пока что увидеть. Не знаю, что там по устройствам, но я надеюсь, что сегодня они мне дропнут. 5 золотых ящиков, тоже неплохая вещь. Уф, может, устройство? Краска извержения. А устройство у нас в золотом свечении, если я не ошибаюсь, падает. Ну, сказать, что я рад краске, ну, наверное, не рад, да, как бы извержение, конечно, краска красивая, но сами вы знаете, что я не за красками вообще открываю контейнеры, возможно, кому-то бы это принесло уйма нереальнейшее много веселья и позитивных эмоций, но для меня это обычная краска, как бы ничего такого сверхудивительного я для себя в ней не вижу. Прикольная, конечно, но я, конечно, гонюсь за устройствами. Поэтому буду надеяться, что они мне еще дропнут. Но начало уже неплохое, да. То есть анимированную краску с золотого свечения снять. Это, наверное, очень даже прикольно для многих, кто открывает контейнеры, кто гонится за красками. Но если мне из-за этого сегодня из этих контейнеров не дропнет ни одного устройства, то это будет, конечно, эпик фейл, это будет печаль-беда. Кристаллы падают на ура, но пока, кроме кристаллов, ничего хорошего я, честно говоря, из этих контейнеров не вижу. От слова совсем, вообще просто совсем. То есть, ну, зеленые десятки, это, конечно, круто для тех, кому нужны кристаллы, но я думаю, что явно не для меня. Белое свечение, 25 контов осталось, уже почти половину открыли.
Главное, чтобы это открытие было не самое печальное за последнее время. Вот что я боюсь. Потому что пока все идет очень даже плохо. Еще одно белое. Хотя, может быть, после вот этих вот белых свечений сейчас что-нибудь хорошее дропнет. 25к. Ну, явно не то. Явно не то. 50 батареек. Батарейки падают. Боже, мне эти батарейки вообще не надо. Еще батарейки. Скажите вы мне, лучше бы я подкрывал бы по пятнашке, да? Ну, открыл бы я пятнашку. Все равно, мне кажется, ничего бы я бы не видел толкового. А тут еще тринашка контейнеров. С минимальным шансом нормального дропа. 25 двойной защиты. 10 контейнеров. Ну, блин, ну если с этой десятки мне сейчас не дропнет вообще абсолютно ничего, то я просто тильтану. И буду очень сильно расстроен. 50 батареек. Сколько мне батареек уже надропало? Чтоб я знал, сколько у меня их было. Но у меня их почти 50 тысяч. Почти 50 тысяч батареек. Мне, сука, они падают. Боже. Мины. Это фейл. За 5 двойного урона. Боже, сколько белого свечения? 5 контейнеров. Алло! Дайте мне что-нибудь нормальное, пожалуйста. Может быть, меня кто-то слышит? Ну, хотя бы что-то. Окей, хорошо. Это получается за 250к, да, устройство упало от заморозки. Я, как вы знаете, все эти устройства не покупал. Потому что я не столь богатый миллионер кристальный. У меня постоянно кристаллы куда-то уходят, поэтому я не покупал устройство за кристаллы. В синем свечении, по сути, ну, наверное, нет смысла их покупать. Лучше пусть они падают, чем там какие-то 25 тысяч кристаллов. Я считаю, именно так. Но, с другой стороны, ничего более толкового я и не выбил. И все, как мне кажется, из-за этой краски. Если бы эта краска мне сегодня бы не дропнула. Я понимаю, конечно, это золотое свечение, да, это типа круто, это жестко, это аппетитно, сочно, то, что мне упала эта красочка. И выглядит, в принципе, она не так плохо, да. В принципе, снимаю ветеранчика, как будто анимированный ветеран просто у меня имеется. И все, да. То есть, ну, там, пол оттенка меняется с одной стороны. И на этом как бы все. Но что касаемо открытия полного контейнерного баланса, который у меня сегодня был, я, наверное, больше недоволен, чем доволен. Хоть я и выбил одно устройство, но количество белых свечений было нереальнейше большим. Да, возможно, просто сегодня не мой день, да, это рандом. Чуть-чуть меня не дропнул. А с другой стороны, может быть, та теория, которую я вам высказал насчет этой краски, да, то есть краска дропнула, и поэтому не дропнуло что-то другое, сверхжесткое и сверхаппетитное. Но как-то так, челленджи я выполняю исключительно ради того, чтобы что-то выбивать из этих контейнеров. Возможно, шанс пофиксили, возможно, еще что-то. Мне интересно будет узнать ваше мнение вообще, да, и что вам дропает из контейнеров. У вас так же плохо все, не так же плохо, возможно, вам что-то дропает. Мне просто не везет, не дропает, поэтому напишите по этому поводу в комментариях. Ну, а я, наверное, все, что хотел сказать и все, что хотел открыть, уже открыл. Спасибо вам, друзья, за просмотр. Последнее время что-то как-то на видосы не приходят колокольчики, не приходят оповещения. Если вам не сложно, там, проверьте. Возможно, там у кого-то что-то соскочило, что-то куда-то не туда идет. Проверьте, проявите активность, если вам вообще заходят видосы, да, прожмите лайк, если еще не прожали. Не забывайте подписываться на канал, нажимать, как я уже говорил, на колокольчик. Ну, а с вами был Мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи. И пусть вам что-нибудь годное дропает. Пока.